Так только что записал обзор на произвольную программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну вот не знаю, хотелось кого-нибудь похвалить, а хвалить-то некого особенно. Все абсолютно то же самое, но, пожалуй, у Евы Зубковой так получше все стало. Помягче, прям вот эта мягкость, единственное, ручки пока не совсем мягкие. В них пока что волнение, как в зеркале, отражается. Но вот эта опора мягкого каркаса, она ощущается. Теперь осталось фундамента добавить вот этого хода, чтобы была скорость. И вот на этот ход, на вот эту скорость налепить вот эту мягкость. И тогда это будет прям идеальное сочетание. А пока это была мягкость есть, но при этом все такое медленное и чересчур аккуратное. И сегодня это был единственный прокат, который я даже удивился, что он закончился. То есть незаметно прошло, даже несмотря на все эти падения и ошибки. Именно за счет вот этого органичного сочетания и мягкости. Теперь осталось добавить хода. Чтобы это было такое же мягкое, но с большей мощью, с большей пролетностью. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.